В городском поселении Одинцово около 400 многоквартирных домов. Практически в каждом есть уполномоченный представитель мэра города. Это актив, благодаря которому местная власть четко знает, что происходит в поселении, и эффективно решает вопросы, которые ставят перед нею люди. Находясь в фойе волейбольного центра, где собралось несколько сот уполномоченных, начинаешь отчетливо понимать, какая это сила. Среди них немало тех, кто начал работать еще в 2009 году. Это старая гвардия, настоящий золотой фонд города. За эти 6 лет изменилось многое. И это все благодаря нашему руководителю, мэру города Гусеву Александру Альбертовичу. При его постоянном контроле, выдержке, терпении, объездов, обходов, это все наш город стал неузнаваемо красивый. Есть и те, кто лишь недавно влился в ряды уполномоченных, но уже успел своей активностью завоевать уважение коллег-общественников. Все проблемы дома можно решить прямо как бы напрямую. И я думаю, что вот эта взаимосвязь администрации с жителями непосредственно, она благотворно отражается на самом доме, самом благоустройстве города. В 2015 году сделано многое. Проведено более 100 субботников, установлены 1000 метров декоративных ограждений, расширена городская парковочно-тропиночная сеть. Благодаря поддержке уполномоченных в уходящем году монтировались детские площадки и тренажерные комплексы, велось масштабное благоустройство, менялись лифты и ремонтировались кровли. Наиболее активные помощники городской власти получили из рук мэра памятные подарки. Также Александр Гусев вручал уполномоченным удостоверения. Новичкам в первый раз, а ветеранам повторно, так как в старых книжечках все строки продления были уже заполнены. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».